Я чувствую и читаю своего соперника. Я вижу его движение на 3 шага вперед. Я услышал о бразильском джиу-джитсу достаточно давно, где-то в 90-х годах, когда вышли первые кассеты на видеомагнитофон по боям без правил, которые первый чемпионат UFC в то время был. Тогда я заинтересовался этим видом спорта. В то время представители бразильского джиу-джитсу очень хорошо выступали, показывали хорошие результаты. То есть первый, второй, четвертый чемпионат выиграл Хойс Грейси, парень. Очень небольшой, в районе 80 килограмм он весил. А в то время чемпионаты без ограничений были по весу. То есть это очень хороший результат. В то время я не мог тренироваться. У меня не было возможности, работа не позволяла, ненормированный рабочий день был. Будучи в Москве в 2006 году, попросил одного своего друга зайти в спортивный магазин. На тот момент я попросил его боевой самбо. Но он мне позвонил, сказал, что книги боевого самбо нету, есть только бразильское джиу-джитсу. И таким образом я получил первое свое учебное пособие по бразильскому джиу-джитсу. В течение 2 лет я изучал всю эту технику, у меня появилась возможность заниматься спортом. Я тренировался в зале по Турону, у нас был тренер Игорь Николаевич, там я практиковал свои навыки в бразильском джиу-джитсу. Очень неплохо получалось, сейчас я понимаю на этот момент, что для новичка это очень хорошо было. В 2011 году я поменял опять род деятельности, решил поехать в Россию. Я хотел уже специализированную группу найти по бразильскому джиу-джитсу. 2011 по 2013 год. Ну, я менял несколько клубов, несколько залов, уже начал выигрывать турниры. В 2014 году в Питер приехал Олесио Сена, бразилец, открыл свою команду. И я перешел к нему, начал тренироваться под его руководством. Под его руководством начал тренироваться, выступать и получать первые свои пояса. То есть аттестацию я начинал от синего пояса получать от у него. Ну, в 2014 году в Россию первый официальный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу IBJJF. Я выступил в категории синие пояса, мастер 1. Ну, тогда был очень хороший у меня результат. Я в то время выиграл 3 золотые медали, 1 бронзовую медаль. Боролся с кимоно и без кимоно в своей весовой категории и в абсолютно весовой категории. В 2015 году я вернулся в Ташкент и решил уже начать тренерскую деятельность. В конце 2014 года я открыл первый зал по бразильскому джиу-джитсу. В 2016 году я опять поехал в Санкт-Петербург. На этот момент у меня был пурпурный пояс, то есть фиолетовый пояс. Но я хотел повышать квалификацию, то есть дальше тренироваться под руководством своего тренера, повышать квалификацию. И тренировался до 2018 года. В 2019 году я получил свой черный пояс. И вот на данный момент я действующий тренер по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу. Выступаю на международных турнирах по джиу-джитсу. В основном мы ездим в Абу-Даби. Не сдавайтесь, тренируйтесь, преодолевайте себя. Талант – это ничто. Самое главное – это усердие. Усердие – это путь к успеху.